А сейчас о квартирном вопросе. Для 27 молодых семей нашего города это лето стало по-настоящему знаковым. На днях они получили сертификаты на улучшение своих жилищных условий. Томительные ожидания в очереди увенчались радостным событием. На торжественном приеме в городской администрации долгожданный повод объединил этих счастливчиков. Я желаю вам, чтобы вы воспользовались этой субсидией по назначению, воспользовались ей так, как вам бы хотелось, приобрели и нашли для себя необходимое жилое помещение, улучшили свои жилищные условия. Желаю вам в вашем доме мира, добра и тепла и всего вам самого лучшего. Кумбурики получили субсидии на различные суммы в зависимости от количества членов семьи. Максимальная из них чуть более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Семьи могут вложить эти деньги как в усовершенствование уже имеющегося жилья, так и в приобретение нового. Специалист отдела Росреестра и консультанты банков рассказали молодым семьям о процедуре оформления квартиры в собственность, а также о том, как не ошибиться при покупке жилья и стать хозяевами квартиры с чистой репутацией. Впереди сейчас у молодых родителей счастливые хлопоты по реализации полученных сертификатов.